состояние просто до мурашек. У меня, не знаю, дрожит голос, коленки, руки. То, что происходило на сцене, было просто невероятно. Я такой искушенный зритель, я практически на всех постановках была, во всех театрах этого города. Но то, что я сегодня увидела, я просто счастлива, что я попала на премьеру. Это атмосфера, это состояние на сцене, но какое-то особенное, и сама постановка невероятная. Я не хочу рассказывать никаких сюжетных линий, никаких переплетений, да, временных. Я желаю каждому увидеть этот спектакль. Вот это не реклама, это чисто сердечное признание. Я, честно, вот готова завтра снова прийти на второй спектакль, потому что мне не хватило этого ощущения, состояния. Хочется еще раз к этому прикоснуться. И это, пожалуй, один из немногих спектаклей за последние несколько лет, когда вот просто браво, великолепно. Я, как зритель, пермский, счастлива. Спасибо большое. Очень понравилась интерпретация спектакля, понравилась игра главного актера, как он изобразил это все муки. Еще очень тяжело, конечно, смотреть такие сцены, особенно вечером перед сном. Надеюсь, не будет сниться этот странный человек с гитарой. Что еще могу сказать? Очень хорошая игра у главной героини, тоже очень страшно. Вообще, в принципе, не очень люблю, когда классику переформировывают в наше время, но этот именно спектакль понравился. Интересная постановка, не сразу все понятно. В последующем, после антракта, когда перевариваешь, становится более понятно. Любопытно, есть о чем подумать. Очень яркие актеры.